Друзья, нам тут попалась как по нам интересная информация о том, сколько реально нужно денег Украине для войны с Залесьем, а то многие спорят и называют разные цифры. Так вот, британский генерал в отставке и экс-глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании Ричард Бернс на форуме в швейцарском Люцерне озвучил более важные цифры, которые могут дать ориентировочное понимание действительного размера помощи, которую должна получать Украина для того, чтобы одержать победу. По его словам, реальный размер помощи для украинской армии должен составлять около 75 миллиардов евро в год в течение 2-3 лет, что позволит одержать победу. Отметим, что от союзников за первый год отражения полномасштабного вторжения Украины, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, получила 65 миллиардов военной помощи из 150 миллиардов евро общей. Что касается военной помощи в 2023 году, она нуждается в генеральной калькуляции, но вряд ли речь будет идти о больших цифрах. При этом, ее продолжение хотя бы в аналогичном темпе вызывает значительную обеспокоенность, о чем сказал Ричард Бернс и озвучил единственный выход из этой ситуации. Единственный путь победить — это наша мобилизация промышленности и нашей воли. И не говорите мне то, что это невозможно, потому что вы представители экономики размером в 15 триллионов евро в год, сказал Ричард Бернс. Также он добавил, что речь не идет о доступности этих ресурсов, а о выборе компетентности. При этом это решение – это соглашение столетия, потому что есть возможность победить РФ, только тратя средства, а не своих детей, заявил он. В общем, ребята, добавить нечего. Запад просто стал зажимать баблищи в нормальных количествах. Война, она ведь где-то там далеко. Как там у нас говорят? Поки грим не гряная пипная перекрестится. Похоже, что пока по-настоящему не начнет, не дай бог, конечно, прилетать по их городам и селам, они живущие в безопасности и комфорте ничего не поймут. Как в том фильме «Не смотри вверх». Увы, человечество уже проходило это 100 лет назад, и похоже, что так ничему и не научилось. Поэтому, друзья, хотим пригласить вас на наш второй резервный канал по ссылке под видео. Нам нужно там набрать 4000 часов просмотров, так что у кого есть время, тот может посмотреть там пару роликов, за что мы будем вам очень признательны. Ну и подписаться, поставить лайк и колокол, чтоб приходили сообщения на этом и том втором резервном канале.